Что они делают с данными, которые ты им добываешь? Это не мое дело. Но неужели не любопытно? Есть надежда, что ЦРУ не употребит их во зло. Да и меньше знаешь, лучше спишь. Целую. Люблю. Пока. Пока. Чарли, ты должен взглянуть. Что это? Твоя жена погибла. Ты выполняешь для нас жизненно необходимую работу. Дай нам самим все сделать. Я хочу пройти спецподготовку. Мне нужны деньги и фиктивные документы. Ты сошел с ума? Я найду тех, кто убил мою жену, и убью их. Кого ты можешь убить? Да ты и со старушкой один на один, и то не справишься. Я хочу встретить убийц моей жены. Посмотреть им в глаза. И свести счеты. Держи. Держи! Эй, вот сюда направь! Ну, давай! Палец на спусковой крючок. Я не смогу тебя научить. Не твое это. Ты не убийца, Чарли. Ты же ученый дрыщ. За компом работаешь. Смерти ищешь? Грохну ты все. Ну, кое-что я все-таки умею. Ты приставил ей ствол к голове. Это пульт от устройства, которое обрушит под тобой стеклянное дно. Ты не того нашел. Того. Как раз того самого. В апреле. Мы засекли его в Риме. Он в Лондоне. Сел на автобус в Праге. Он издевается над системами наблюдения. Может, вы его все недооценивали? Лауреат премии «Оскар» Рами Малек. И номинант на премию «Оскар» Лоренс Фишберн. На этом закончим. Узнаешь ее? Если быстро спрыгнешь, то, может, и выживешь. Подожди! Новичок. Только в кино в 2025-м.